Было все в интернет, у меня муж работает, да? Да-да-да. А ну я тебя сняла. Вот так вот все навозят люди. Пять? Вот такое сено. Не знаю, что тут правда, но... Ну, пахнет вкусно. Пахнет вкусно, вообще. Да. Сложно. Слушай, надо это под одеяльник. Стой, под одеяльник сделай, мне неудобно. Ой, не вижу, солнце светит. Чё снимаю? Вот, все, от солнышка стало. Подожди, а что, снег убирать не будешь? Сейчас иду, лопатку, Максик там уже смотрит. Он побежал. Да-да-да, ну так что ж так вкусно пахнет. Если на следующей неделе обещают плюс 7, плюс 5, плюс 7, вообще, наверное, все растает. Голая земля будет. Если, конечно, а то вдруг, знаешь, у них постоянно что-нибудь меняется. Я говорю, а то вдруг с плюс 7 перепишут на минус 7. Вон, полез. Я бы... Мам говорит, я когда вырасту, стану синоптиком. А почему синоптиком? Да потому что они каждый день обманывают, и им за это ничего не делают. Да-да-да. Не, ну сегодня не обманули. Сегодня мороз обещали. Мороз, солнце, день чудесный. Сейчас на это сено будут к нам приходить все коты. Будут тут лежанки все устраивать, греться. Ой. Подожди, я хочу Максика снять. Вон, они траву жрут уже. Поедатели. Слушай, зачем нам кролики? Да Максик не бойся. Убежал, боится. Стесняется камеры. Люблю запах сена. Слушай, ну тики такие небольшие. Ну да. По-хорошему, конечно, еще бы столько бы заказать.
А иди, наверное, в сарай, слышь, Жень. Доски вон есть, кирпичи, вон кирпичи есть. Кирпичей полно. Тихо, забор не сломай. Ой, сколько? А с той стороны не надо по бокам прикрыть? Да. Сено. По бокам не надо? Мне кажется, можно. Бери последнее, сарайку. Что? Пару кирпичей еще сверху. А тут же сарай унесет. Или даже теплицу можно сразу. Не в сарайку унеси, там курям немножко надо, Жень. Они ведь все перегадят, быстренько себе накопают. Ой, уходи. Все, осталось только курей. Нет, еще надо корм купить. Да корм, он поехал в магазин купить. Но все равно привезут. Будут тут голодные ходить. Продолжаем мы дальше работать. Освобождаем, ну как, да, освобождаем теплицу. Хлам выносим, потом... Евровагон продал. Да, да. Это для второй будет клетки для кроликов. Еще как раз тютелька в тютельку осталось. Ой. Вот, ну кошаки, конечно, пришли с проверкой. Еще мы освободим для курей. Налили чашечку там, вон, вдалеке беленькая, с водой. На ночь оставим, замерзнет, не замерзнет. Ну, а сейчас солнышко светит, вообще в теплице, наверное, плюс. Очень плюс, тепло. Плюс 10-12 точно. Хорошо, прям. Перс, ты что там нашел? О,
Вот, так что делаем, сейчас освобождаем. Полы все проходим, землю вернее, проходим. Все убираем, чтобы у нас было тут чистенько, чтобы ничего не нажрались. Чё ты, персик? А, персик не дурачок. Чё? В отличие от Максика. Он не хочет выходить на улицу. Так, что тут у нас всё, да? Че? Паучок. А, да я видела в теплице их много. Маленькие. Угу. Ой. Ой, кочу были бедный. Не трогай его. Да он, Жень, он все равно замерз. В теплице их много, Жень бегает. Ну, слушай, как раз четко и проветривается, и крыша. Сухая станет. И сено проветрим. Нормально? Угу. Что, идем дальше? Только ты дыркую. Угу. В общем, заказали мы лес. В этом году у нас будет сарай скотинный. И вот сейчас привезут его, надо уложить. И Женя готовит что-то, основание, да, чтобы он лег ровно. Восемь кубов леса. 8 кубов леса, повторила. А, да слышно. Там не налетит мне на белье, а?
клявы. А я так переживала, думаю, сейчас порежут хорошие столбы. Думаешь, куда пригодятся. Ну нам ровно под линеечку не надо. Да, хорошо, что мы здесь очистили, освободили дом. Асбестовая труба не будет мешать? Вот так вот с угла в угол постоянно хлам таскаешь, где-нибудь, когда-нибудь что-нибудь пригождается. Вот надо сейчас все это в один уровень выложить. Я его спучила. А? Спучила. Ровно, да? Мне кажется, криво. Вот, которая к тебе ближе сторона, так, ну, на низ смотрит. Все равно, мне кажется, косо. Да там чуть-чуть, не до миллиметра. Вот, да, так. Где?
вот так более-менее. Тебя расстояние померили сколько? 6 метров? Стрельнул глазом. А? Стрельнул глазом. Вот сюда вот должно уместить у нас 8 кубов леса. Да. Примерно. Вот так. И вот так. Хорошо, что это. Ну-ка еще раз покажи. Примерно вот так вот. И вот так. Хорошо, что уже это у нас скоро весна. Будем строить, и он тут не будет долго лежать. Не, ну он как раз за это время провентилируется, просохнет маленько. Ну, все равно, что долго он не будет лежать. Ну да. Сразу будут доски колотиться. Прям так неожиданно у нас получилось сарайку. Спланировать. Да, мы сами не ожидали. Лес будем брать по 5700 рублей. За куб. Да, за куб. Лес прошлогодний, маленько зеленой, поэтому цена дешевая. Третий сорт получается. Ну, я думаю, для сарая это не критично, третий сорт будет, поэтому пойдет. Уж кроликам из евровагонки сделали клетки, но курям, думаю, чересчур... Жирно будет. Да, с делового леса делать сарай это чересчур будет. Вон, птичка сидит, прилетела. Где? Вон, черненькая с беленьким. Да. Птичка. Пошли домой греться. О, это легко откручивается. А тот фильтр был, блядь, бракованный, что ли, не мог открутить вообще. Надо это, знаешь что? Какой-нибудь сейчас ведро. Опа. Вот ведерко. Вот за месяц, ну это еще немного, за месяц вот так вот набивается. А то и вообще наглушь забивает песком. Это надо нам по новой бурить, чтобы не было столько песка. А? По новой надо бурить, чтобы не было столько песка. Да там не бурить надо, там надо это, не знаю. Она скважина такая, ничего не сделаешь. Какие-то блестит, что-то непонятно. Чего там блестит, интересно? Обязательно резинки обмывать, потому что они и резьбу, потому что потом она плохо идет, крутится. Если не помыть, потом не закручивается колба вообще. Так, фильтр. Подожди секунду. Вот. Полипропиленовые фильтра самые хорошо держат от такого вот мелкого песка. Есть ниточный фильтр, ну, который вот как веревкой намотан, он все равно не держит. Получается, песок все равно проходит через него. А вот через такие самые дешевые полипропиленовые фильтра, они 30-50 рублей,
Через него песок не проходит вообще. Течет. Угу. Из-под гайки ты видишь. Ну, я сейчас подтяну, сейчас ключ вниз подтяну. Ой. Сейчас, секундочку. Самый хороший тест на водопроходимость. Все, сухо. Вот так вот. Фильтр поменяли. Видно. Вот не знаю, видно, не видно. Видно. Смотрите. Какие-то блестяшки. И причем они легче песка. Вот если их так вот подмываешь, вот, они всплывают все наружу. Что это может быть, а? Это у нас со скважины. Вот когда меняли фильтр. Да, это вот с фильтра, с песком, песок. С песком. Постоянно такие блестяшки. Красивые такие. Мы как эти, наверное, как сороки. О, блестит. Ну вот так вот сегодня прошел день. Привезли нам сено, 5 тюков небольших. Подготовили место под лес. Что мы еще сделали? Прибрали с теплицы до конца. Поменяли фильтр водяной. Ну все, всем пока. До новых встреч.